Уважаемые зрители, жалею вас, Творца культуры. В вечерних сумерках сияет КДК, наш Волковский дворец культуры. Огни рекламы видны издалека, элементы его архитектуры. Колонны, арочные окна и балкон, сбегающий вверх ступени. Сегодня юбилей свой отмечает он, свидетель многих творческих свершений. На юбилей наш пригласили мы гостей. Они сидят сейчас вот в этом зале, не только с нашей области, но и соседних областей, где были мы на фестивале. Гостям покажут все свои таланты, танцоры, и певцы, и музыканты. И прозвучит за здравное концу. Лето многое дворцу. Еще раз шестилетие нашего Дворца культуры.